Всем привет, бублики и булочки! Рада приветствовать вас на моем канале на очередной обжираловке. Сегодня у нас крылышки, которые я запекла в духовке. Я не собиралась снимать видео, но когда просто почувствовала этот аромат, я поняла, что эти крылышки я не могу разделить ни с кем, поэтому сниму мукбанг. Тут была картошечка, мы с мамой чуть не подрались из-за этой картошки. Я увидела, что кто-то отварил картошку. И что сделала Айка? Просто звезданула картошку, принесла сюда. Ее было намного больше. Потом мама начала: это для бабушки, как ты смеешь трогать картошку? Я говорю: ну как? Я не трогала, бабушка сама мне отдала. А потом бабушка такая оттуда: я ничего никому не отдавала, верни мою картошку. Я бегу, значит, сюда. С этой картошкой. И говорю: отварите себе. Это уже моя. Я ее обслюнявила. Бабушка говорит: ничего страшного, обслюнявила, неси обратно. Мне не противно. И тут мне такой твикс говорит: сдалась тебе эта картошка. В общем, половину пришлось отдать. Ну ничего. Обожаю что-то запекать в духовке. Это настолько просто. Я сказала Рошану, когда мы с тобой поженимся, либо ты учись готовить, либо собери номера всех доставок поблизости. Либо будем запекать. Мне парень всегда говорит, что для него не важно, умеет ли женщина готовить или нет. Намного важнее другие какие-то функции. То есть он не выбирает девушку, жену по критериям. Умеет готовить. Соженюсь. Твикс, еще одно неверное движение, и ты прямиком отправишься к Урфану. Я тебя предупредила. Урфан — это ветеринар. Его доктор Айболит. Он как раз таки делал кастрацию. Твиксу. После этого ненавидит его. Твикс говорит: обесчестил меня, скотина. Обычно я стараюсь всегда Твикса вытаскивать из комнаты, где я снимаю мукбанг. Но сейчас к нам пришел мастер. Чинить мой шкаф. Господи, дома все разваливается. Постоянно что-то ломается. Единственное, вот этот диван и два кресла. Я бы была рада, если бы они развалились. И мы бы купили уже новые. Я понимаю, что они не очень актуальны. Просто девать их некуда. Вот, поэтому так. Мои квартиранты уже сломали окно. И вот мне интересно, мои хорошие, если они сломали окно, за это окно должна платить я или они? Просто окно само держалось на соплях. Пластиковое окно. Очень низкого качества, вообще лучше.
у меня в квартире. Я вот не знаю, что теперь делать. Кто должен платить за почин? Вроде как, насколько я знаю, если не по вине квартиросъемщика произошло, должен оплачивать хозяин. А если они специально сломали, вот тогда платят они. Я в этих делах не очень грамотно подкованная, поэтому даже не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто сталкивался, как нужно действовать. Насчет моей новой рубрики «Бумажные сюрпризы». Комментарии все хорошие. Все пишут что-то хорошее, ни одного плохого комментария нету. Но просмотров не так уж и много, но и неплохо, средненько, как на влогах. Если я увижу, что я не перегорю этой идеей, то есть мне иногда бывает, например, навязчивая идея что-то купить, или одно время я была помешана на золоте просто, а сейчас даже не ношу. Другое время я как сумасшедшая заказывала, например, Шейн разные платья. Кстати, сегодня вечером хочу сделать еще один заказ. Просто есть вещи, которые мне действительно необходимы. Например, LED-свет. Вот я сейчас сижу, я хочу, чтобы сзади был LED-свет. Поэтому надо его заказать. Он есть на Shein. На Али, кстати, дешевле. Но мне неохота таскаться на почту, ждать, забирать посылку. Поэтому лучше чуть дороже, но закажу Shein, и мне привезут прям домой. Твикс. Твикс приперся. Сейчас я тебе дам. Твикс! Я тебе сказала. Одно неверное движение, пойдешь к Урфану. В общем. О чем я говорила? В общем, если я не перегорю, то создам отдельный канал «Бумажные сюрпризы», и скетчбук будет на другом канале. Если не перегорю. Распаковка Shein будет, наверное, через 10 дней. Доставляют все очень быстро, ничего не забывают, ничего не путают. Доставка прям до двери. Тебе звонят и говорят, в любое удобное для вас время мы привезем вам вашу посылку прям. Так что прям хочется заказать. Надо, не надо, я беру. Убедительная просьба всех тех, кто не любит распаковки Shein и считает, что у меня слишком много в гардеробе одежды, пожалуйста, не смотрите эти видео. Я вот зарядку от телефона заказала. Уже второй месяц супер заряжает очень быстро. Я здесь у нас внизу, около метро, в такой небольшой будке купила зарядку. Ровно 5 дней. 5 дней прослужила, и все не работает. Когда я пришла возвращать, я говорю, 5 дней проработала. Они сказали, что мы никакую гарантию не носим. Не несем. Так что как-то так.
Обожаю крылышки. Ссылку, кстати, на крылышки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, готовьте. Получается очень вкусно и просто. В духовке на раз, два, три. Вообще, чем говядину, больше люблю именно куриное мясо. Кроме грудки. Грудку как-то не особо. Вкусно. Картошка в тему. Как рассказывала моя бабушка, в военное время вместо хлеба они просто кушали картошку, чтобы вспахивать поля, не было мужчин. Мужчины все были на войне. А мука продавалась настолько дорого, что легче было купить масло. Прикиньте, масло и мука стоили одинаково. У моей бабушки была бабушка. Она в день давала вот такой вот маленький кусочек хлеба. И то этот хлеб был не полностью из муки, а 50 на 50, половина картошки, половина хлеба. Не то, что хлеба сверху картошка, нет. Когда готовили тесто, уже в тесто добавляли картошку. Вот так вот люди жили. А мы с вами кайфуем. Вчера мама по акции купила хлеб за 50 копеек, два хлеба. Это получается за 20 рублей два хлеба. И бабушка всегда говорит: благодарите Бога за то, что Бог вам дает хлеб. Без хлеба вообще сложно. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю, целую.